В Зеленогорске планируют выпускать оборудование для сельхозтехники. Иностранные машины и запчасти для их ремонта в связи с кризисом, санкциями и скачками курса доллара обходятся недешево. Поэтому в городе решено задействовать пустующие производственные площади и оборудование. На прошедшем в апреле Красноярском экономическом форуме подписано соглашение о сотрудничестве между краем и одним из белорусских агрохолдингов. Представители партнера побывали со знакомительным визитом в закрытом городе и в Министерстве сельского хозяйства Красноярского края. Они, исходя из увиденного, из площадей и оборудования, готовят перечень техники, которая будет здесь собираться, отправляют ее в Красноярск к нам. Мы совместно с министерством уже проводим анализ, какую технику край в каком объеме закупает. И после этого уже будут проведены переговоры на уровне руководства края и этой белорусской компании. Со своей стороны Министерство сельского хозяйства готово дополнительно субсидировать образованное в результате этого партнерства производство. В самом хозяйстве предполагают, реализация проекта даст городу не меньше 100 новых рабочих мест и позволит обеспечить механизмами сельхозпредприятия всего края. А при расширении рынков сбыта аграриев от Урала до Владивостока.